Mercedes-Benz 300 SGL Кузове 109. Предшественник ныне существующих S-классов. За рулем Илья Литвинов. Автомобиль прибыл к нам из города Риги, Латвия. Отличительной особенностью является удлиненная на 115 мм база автомобиля и саморегулирующаяся пневматическая подвеска. Прошу заметить, в данном автомобиле напрочь отсутствуют пружины в подвеске. 2017 по 2018 год. Автомобиль принимал участие в таких фестивалях, как Ретро Рига, Ретро Юрмала и нестареющая классика Сверджаев. А в 2018 году был выставлен на международной выставке «Автоэкзотика 2018» в Риге на стенде официального клуба владельцев автомобилей Mercedes-Benz. И удостоился приза как лучший винтажный автомобиль. А сейчас Илья Литвинов выходит из своего автомобиля, дабы получить почетный диплом участника фестиваля ретро-автомобилей «Золотая тень Кёнигсберга 2019». Ваши аплодисменты Литвинов своего семье и черному классическому Мерседесу Зонтер-класса. Давайте посмотрим, как классический Мерседес с класса движения, насколько он колоритен сегодня на этой площадке. Спасибо! Участник под номером 58.